столицы около 1500 улиц вместе с проспектами и переулками. Практически все они названы в честь выдающихся людей, памятных дат или событий. Улица Попова, названная в честь знаменитого физика Александра Попова, изобретателя радио, находится в Московском районе города Минска. Александр Попов, сын священника, уже с детства проявлял интерес к точным наукам. За это даже товарищи его прозвали математиком. В дальнейшем ученый на практике доказал, что азбуку Морзе можно передать на расстоянии без проводов. В качестве передатчика была взята катушка Румкорфа и вибратор Герца. Попов же создал схему приемника, которая и стала основой для настоящего радио. Первая радиограмма, которая была передана на расстоянии 250 метров, состояла всего из двух слов – Генрих Герц. Имя немецкого физика было выбрано не случайно. Попов хотел показать, что именно Герц сделал великий прорыв в науке, теоретически доказав возможность связи без проводов. Радиосвязь Попова положила начало строительству приемно-передающих станций между морскими суднами и российскими городами.